качать в колени, но на полную стопу. Лучше руку держать ближе к поясу. Готовы? Проворачиваем, поехали. 56, 108, не отрываем 144. Поехали. 65, 109, 144, 153, 155, 177, 195, 197, 199. Все, хватит. Можно? Суперэго выставлено. Суперэго занимается в наших концертах в первую очередь инструментальной частью. Во! Это ключики. Это резьбозавязная группа. Дополненное оборудование, таким как опрессовочное оборудование, инструмент. Pro 3 один из ходовых самых, самых интересных, самых производительных аппаратов. Ручная пришелка, своя линейка у них стала. Ну, в первую очередь, конечно, суперэго — это инструменталка. Ключи маленькие. Это ручной инструмент, кстати. Электрический инструмент. Я уже смотрю ключи просто... У другого производителя видел такой вариант с кнопкой. Под названием Кобра, наверное? Нет, под названием Гросс. А, Гросс тоже можно. Да. Вообще, это Припекс, конечно. Ага. Папа этого ключа. Ну, Гросс — это немецкий есть. Гросс — это Гросс. А, Припекс — это Припекс. А, мне показалось немец. Понял. Вот. То, что касается инструментальной части, вы так, те же самые ключики, инструменты можете видеть на сторону Бергера. Вот те же самые ключи, вот они представлены внизу широко. Интересные. Там очень интересные ключи. Тоже можете принять участие в конкурсе. А там какой конкурс? Там у нас Инстаграм. Фото с колоритными девушками красивыми. Здесь у нас есть группа по газам. Что, вы не войдете? Мультигаз, да? Мультигаз. Да, стандартное крепление. Европейский стандарт. На суперэго это американский стандарт, дюймовое крепление. Там же горелочки. Горелки для резки, байки. Подобные аппараты, погибы, также труборезы для меди, стали, по большому счету довольно широко. Это опрессовщик для систем газоснабжения. Получается, на разные диаметры газопровода. Вы можете видеть, как ведет себя. Система очень долго. Я имею в виду, здесь вручную накачивается, я так понял. Да. И такой вариант, и вот такой. Да, и подкачка. Ну, в принципе, по-моему, у вас же существуют компактные такие с моторчиком на батарейке. Опрессовщика для... Нет, не ошибаюсь. Показываю единственную модель, уже дома берет. Самая бюджетная линейка. Вот такой у меня. Такой, в таком же корпусе? Да. Филипс. До 50 баллов. Вот, такие же в стальном корпусе у нас есть. Бергер, конечно, это уже начиналось с меди. Экспандеры. Инструмент для работы с медью, для расширения, без фитингового крепления меди, байка меди. Изготовление, грубо говоря, без фитинга, отводы. Сверлите отверстия и делаете отвод. Без использования фитинга. К сожалению, у нас шуруповерта нет, чтобы поставить. Набираете необходимый размер трубки, которую вы будете устанавливать. Получается, она тоже как развальцовывается, да? Нет, вы только просверливаете. А-а-а. Только просверливаете. И далее отбортовочным крюком. Минимального размера отбортовочным крюком. Вы вытягиваете. Подобного рода вот так, ага, вот вытягиваете трубу. И да, уже тогда получается, ну, вот он, наверное. Ставите упор, специально вот этими вещами вот этими прокалываете ее в обратном направлении. Прокол поставили, когда вы трубу
вставляете в отверстие, да, то она не падает, она просто упирается. Она остается вам только пропаять его. Все довольно быстро и производительно. Ну, вот, как ваше мнение, если нужно, ну, требуется пайка, там, к примеру, каких-то деталей, надо как использовать? Или все-таки установочки такой? Ну, это не установка, без задачи для собой ставить. Если вы используете, скажем, к примеру, пайка теплообменников. Да нет, вполне достаточно тарелки. Смотри, какой приходите, мягкий, твердый приходит, баллон выбираете, для твердого приходит, для мягкого приходит. Для этого, опять какие объемы, ни к чему. Такого плана вы имеете в виду? Да, я не могу. Опять-таки все зависит от объема. И, скажем так, говорю, какие чипки плотнее, как украинцы и так далее, достаточно. Отлично, да, моделька. Сейчас немножко небольшой рестайлинг будет у баллонов, они будут чисто стальными. Варианты, когда заклевываются горелки, практически устранены. Была такая модель. Горелки очень хорошие. Вот про эту горелку вчера сегодня наслышался вообще очень много. Люди, которые приобретали ее там 10 лет, 8 лет назад, сегодня приходят. Вчера сегодня говорят, что слушайте, у меня такая горелка, я куплю 10 лет назад. Ну, в принципе, скажем так, у меня есть такая, но китайская. Не, и работает, как бы, доволен, если где-то что-то проблемы. Отличные еще инструменты, здесь они не представлены сегодня. Ключики у нас есть такие, рожковые, накидные, тоже люди очень-очень довольны. Только что видел. Здесь они не представлены сегодня. А, это русский. Это нормально. Одного размера. Я предлагаю вам взять их оба. Вот это будет лежать. 200. 200. Господи, пусть поднимите. Блин, наверное, килограмм 50. Вот за вас спина. Возьмите. Спасибо большое. Это клетка. Почти два раза. На небутафоре ничего. Вот это включено испытание. 10 тонн в момент держит, даже не гнется. Ну я понял. Это алюминий. Сплав алюминия. Стальной из алюминия. Это алюминий, да. Все равно же какой-то усиленный. Это хэви. Все усилено. До таких размеров там не засилили. Мало рынки довольно интересно. Да. Таким тут на месте там на 3-5 не нравится. Ну, сказать. Не, ну просто большие диаметры крутого практически. В принципе, большие диаметры сразу для Инстаграма. Закладывать и выглядеть набор. Ну, надо девушке дождаться на какой-то субботинский положение. Положи гидки, лучше положи ее ставить. А что же здесь? У нас дальше представлена тематика прочистная. Можно здесь какие-то отслуживания? Устранение засоров, если хотите. Вантусы. Понимаете, да? Вантус 2.0. Да, и 3.0. Да, такие вантусы. Маленькие, ручные. Советский трос. Понятно. Советский трос заменили на адекватные какие-то вещи. А здесь это получается трос, да? Спираль. Ну, здесь используется спираль. Я имею в виду длинная штука. Для прочистки системы вам необходимо знать несколько вещей. Это магистрали, материал трубы, с которого он сделан, ее диаметр. Для того, чтобы правильно сделать, вы выбираете соответственно какой застор, определить тоже будет немаловажно, в этом случае выскольку раз. А углы поворотов, если не знаешь, тоже. Я понимаю, что оно гибкое. Знаете, какой у нас засор? Вот Геннадий вам расскажет. Ага. Представляю вас. Спасибо. Как это, руки не подставлять, да? Так, а я...
А, вот. Ой, да что придется в наших случаях? Я имею в виду Скажите, у нас не бывает таких ситуаций. У нас есть система, мы зальем свою химию, у вас больше системы не будет. Значит, таких ситуаций не будет. Поэтому у нас и добавляется 1 к 20. Хорошая химия, пинтек, плюс обстоятельств. Количество 20 мг добавляется 1 к 20. Получается 500 литров высокой концентрированной жидкости. Нейтрализаторы не требуют. Мы отмываем идеально. Здесь 500 канистров. Будет объем, будет дешевле. Есть 500 канистров. 20 килограмм. Это все равно, если в таких объемах разбавляется, это, в принципе, это доступная цена. Кому как?